Почитатели самой интеллектуальной игры шахмат обрели новые помещения. На базе бассейна «Нептун» открылся шахматный клуб, и первыми участниками городских соревнований стали студенты среднеспециальных и высших учебных заведений города. Сегодня турнир состоялся по быстрым шахматам. Партии длились по 15 минут и проходили по круговой системе. Главная цель, которую преследовали организаторы шахматного турнира – вовлечение молодежи в этот вид спорта. Наша задача – их организовать, чтобы такие турниры регулярно проводились, и нам бы хотелось, чтобы внутри учебных заведений тоже такие турниры проводились. Мы надеемся, что нам нужно, конечно, чтобы молодежь наша играла, и, конечно, мы стараться будем, чтобы привлечь ребят к регулярным занятиям шахматом. На сегодняшний день городская шахматная федерация насчитывает в своих рядах около 40 человек. Это увлеченные интеллектуальные люди, для которых игра в шахматы – образ жизни. Это характер, это умение принять правильное решение. То, без чего невозможно становление современного молодого поколения.